Флагманский проект по производству жиженного природного газа «Ямал-СПГ» работает на 114% от запланированной мощности. С запуска проекта произведено 50 миллионов тонн топлива. Это 5% от мирового производства СПГ. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава «Новотека» Леонид Михельсон. Также говорили о развитии Северного морского пути. С 2023 года планируется круглогодичная навигация. Также на 2020 Двадцать третий год намечен запуск первой линии Арктик СПГ-2, сообщается на сайте Кремля.